Здорово, братва! Приветствую вас на своем канале. С вами Леонель Джустиньяно, и сегодня у нас игрушка NBA Live 19. Мы запускаем новую карьеру. Карьеру за игрока. Будем играть на позиции разыгрывающего. Зовут нашего челика Лерой Джонсон. Он из Соединенных Штатов Америки. Штат Огайо. Город Акрон. Ну ладно, давайте применяем эти настроечки. Так, смотрим, что у нас тут по позициям. Здесь у нас, в принципе, все понятно. Guard, Wing, Big. Собственно, Big — это мощный форвард-центр, small форвард и АЗшник. Гард — это разыгрывающий и атакующий защитник. Выбираем, собственно, это. Я уже немножко смотрел, как бы, здесь все эти типажи, архетипы игроков. И мне больше всего зашел слэшер. Вот давайте, наверное, все-таки его выберем. И здесь мы будем выбирать из трех архетипов дополнительных. Это путиконы, так называемые. Мне больше всего импонирует Ален Айверсон, наверняка у него очень крутой дриблинг, наверняка у него очень крутые дамки. Чё по росту, пацаны? По росту, я думаю, ну слишком высокого тоже не вариант ставить. Давайте, ну что тут, 185 где-то средний. И, наверное, килограмм так 85 весу дадим, наверное, да? Да, будет вот примерно у нас вот такой разыгрывающий, такого типажа. Ну что, Лерой Джонсон, 185 сантиметров, 85 килограммов весу, путь иконы, Ален Айверсон. Сейчас будет начало, так сказать, первая глава нашего становления как игрока, The Rise. Давайте же посмотрим, что это такое, с чем это едят, начнем же наш первый матч. The best of the best in high school hoops will be competing tomorrow at the Jordan K54 in Paris. Players will be looking to prove themselves at this global event and bring their game to the next level. This showcase game also includes two of the biggest NBA stars who will handpick their squads from among these top players. Obviously, this is an event you don't want to miss, and there could be a legend in the making within this group of elite high school bowlers. For Complex News, I'm Speedy Moore. Так, ну в общем, ребят, в общем, какой-то чувак, я не знаю, кто это такой, если честно, сделал небольшую превьюшку на небольшое событие, которое будет в Париже, во Франции, Y54 Invitational, и мы будем там выступать, так сказать, зарабатывать себе имя. Так что давайте начнем, приступим к первому матчу. Дайте мне изоляцию, пацаны, дайте мне изоляцию, я разберусь с этим. Оу! И направо. Отдаем. И Вестбрук. Хорошо. Трешка должна быть здесь. Блять, не получилось. Ну, пока дриблинг у нас не самый выдающийся. Но, думаю, все со временем будет. Но Бегли раскачали мы. Уже неплохо. Отличный пас. В красочку. Отлично. Бросок. Сверху от Деандре Эйтона. Хорош. CP3 мы тебя держим. Застилили. Хорош. CP3 теряет мяч. Ух ты, Вестбрук. Хорош. Бамба. Сверху бросок! Ну, нормально. Ассист, нормально. Пойдет. Теряем Криса Пола. Трешка! Подбор в нападении с таким ростом, серьезно? Браво, по-мужски! Ну, ладно. Вот тебе и ассистик, хорошо. Нормально, два подбора у нас уже. Вообще неплохо, отлично. Так, вижу, бамба один там совершенно. Со средней, как у тебя бросок? И путбэк от Деандре Эйтона! Данкевич! Салиупа! Мохаммед Бамба! И забить! Со средней! Ах, как хорошо было! Но разобрали-то мы его вообще грамотно! Эйтон! Хорош! Заколачивает! Еще один ассист нам приносит. 10 очков у него. Сегодня большие у нас в огне просто. Продолжает царить краски у соперника. О, не сегодня, мой дорогой друг, говорит Деандре Эйтон, и трешка. Ну, здесь уже понятно. Смотрим, что тут опыт, я так понимаю, экспишечки. 2 очка, 6 ассистов, 2 подбора, 2 стила. Входим в главное меню. И, думаю, сегодня сыграем еще один матч. Посмотрим, что будет дальше. Так, пацаны, мы достигли 2 уровня. Получаем 1 очко улучшения. Давайте же его используем, посмотрим, что у нас вообще, в принципе, можно. Так, стилы, лейапы, дриблинг. Давайте, наверное, дриблинг все-таки, потому что, блять, если честно, у нас он пока что вообще никакой. Давайте улучшаем дриблинг, кроссовочки нам тут в подарок еще дают. Ага, понятно, это наши хайлайты, я так понимаю. Большая победа для Лероя Джонсона и его команды на The Jordan Y54. The emerging streetball scene in South America is making some noise lately.
The young phenom has been blowing up the continent's streetball courts. The baller was going crazy from everywhere. Getting bucket after bucket after bucket. A straight monster. Whole other level. He performed head and shoulders above all the rest. This one is the one. Out of this world. All eyes remain on the streetball courts of South America, where a player being referred to as the one has begun to show fans how nice their game is. The one, he is out there doing his thing. The one was on fire last night. Ridiculous. Time. How is the one doing this? This year, the player known as the one has been making waves across South America. And tomorrow will end his year-long journey, which will take place at the Real Favela Court in Rio de Janeiro. Now, if the one lives up to the hype, it's likely he'll return home and be the next player on the rise. And from there, there's no limit to what he can do next. Итак, чуваки, посмотрели мы сейчас небольшой видеоролик. Мы отправляемся в Рио-де-Жанейро. Очень красивая площадка, судя по видео. Давайте же не будем тянуть. Погнали. Боже мой, вот это андеграунд, пацаны. Я уже давно не видел таких площадок. Если честно, всегда мечтал на таких сыграть. Когда-нибудь в реальной жизни. Ну, давайте, поехали. Вот они, горы, Рио. Замечательно, цветные дома. Где-то, походу, в фавелах будем играть. Ну что же, ладно, правила игры. Доиграем до 21, 3 на 3, full court, поехали. Средний бросаем, хорошо, найс, отлично, раскачали нашего соперника, немножко он от нас отлепился. И забиваем первые очки со средней дистанции, неплохо. Со средней, я знаю, ты можешь, ух ты, нихера себе, ладно. Давай, со средней брось. Сопротивление, найс, вообще хорошо, 6-2, нормально идем. Хуй себе. О, стил, найс, вообще, отлично. И забивай. Ну, нормально. Лаяпчик, лаяпчик, ну, Кевин Луни. Хорошо, пойдет. Не сверху, конечно, забил, но все-таки ассистик нам заработал. Защита, хороший блок от Кевина Луни. Сверху. Найс, вообще. Туда в красочку оформляем. И с сопротивлением забьет? Да, забьет, нормально. Хорошо, туда я и целил. Это что это было такое? Это блок был или что это? Ой-ой-ой, ну это хайлайт однозначно. Пацаны, смотрим повтор. Жух. Отличный полет. Но... Заебись, четко. Изоляция. Давай. Оу. 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 И в защиту. Хороший бросок с сопротивлением. Забиваем. Луни. Ух. Охренеть! Что происходит? Там кабанище такое рядом с нами стояло. Неужели мы подбор выцепили? Серьезно? Но он, правда, нас второй раз заблочил. Ну, блин, это реально было круто. Со средней. Мы здесь подберем. Нет, нормально. Бриана Льюис нам ассистик зарабатывает. 12 очков. Найс! Так, смотрим по стате, что у нас там, пацаны. 8 очков, 6 ассистов. 6 подборов, 2 стила, почти трипл-дабл набрали. Довольно-таки неплохо. Входим в главное меню и подведем какие-то небольшие итоги. Так, ребята, нам дали еще одно очко улучшения. Давайте же потратим его на стил, хотя у нас, в принципе, неплохо получается перехватывать. Давайте улучшим его до 75. Был у нас он 70. Также нам дали еще улучшение пути иконы. Первый этап, смотрим. Плюс 3 к скорости, плюс 3 к штрафному броску и плюс 3 к стамине. Вот это круто. Получаем, улучшаем, все. Что же хочется сказать? Чуваки, очень крутая карьера, походу, нас ждет в НБА. В этой игре мне очень понравилось. Надеюсь, понравилось и вам. Надеюсь, вы поддержите этот видос лайком. Обязательно напишите комментарий, как, что лучше можно сделать. Какие-то, может быть, улучшения. Может, какие-то советы дадите по дриблингу, по броску, еще почему-то. Ну что же, на сегодня, думаю, стоит... Блядь, да что ж такое? Man, that was an amazing game from the one last night. My boy was on fire last night. He's absolutely dominating down there in Rio. I'm loving the performances the one has been putting on. If you want to see more content from him, you can check out my channel and peace. Так, чуваки, понятно все, это был Джессер, известный ютубер, который тоже НБА стримит. И еще тут Стивен Эй Смит сделал какой-то похвальный пост, я так понимаю, про нас. Вон, вижу хэштег за Иван. Давайте на сегодня заканчивать. Всем спасибо за просмотр, с вами был Леонель Джустиньяно, люблю, целую, обнимаю. Пока.